Теплотрасса на улице Ташкентская одна из самых протяженных в 15-м микрорайоне, свыше 1000 метров. Тепло по этим трубам получает более 300 домов и объектов социнфраструктуры. Поэтому, как отмечают специалисты, важно отремонтировать все в срок и с минимальными неудобствами для жителей. Ни один из жителей нашего города не пострадал от этой перекладки в плане обеспечения горячим водоснабжением, так как были применены дополнительные схемы запитки и временные трубопроводы. Во время подготовки Самары к отопительному сезону специалисты компании «Т-Плюс» используют только современные материалы – трубопроводы с системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет определять место порыва с точностью до 1-2 метров и дистанционно из центра мониторинга качества отслеживать техническое состояние коммуникаций. Новшество использовали и во время ремонта на Ташкентской. Можно сказать, мы даже работали без выходных, старались, как бы, чтобы успеть все в сроки. И хочу бы поблагодарить жителей данного микрорайона за проявленное терпение, за то понимание, которое возникло ввиду строительства такого сложного объекта. Перевооружение теплотрассы на Ташкентской планируют завершить к началу сентября. Полностью восстановят благоустройство к концу месяца. Всего Т-Плюс заменит более 40 километров трубопроводов тепловых сетей в областной столице. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.